і тих людей, які приїздять до нас до того, що зіткнулося там конфліктом на сході України. На цьому спікери дали рекомендації щодо того, як вони можуть і мають розслідувати проблематику життя і труднощі, з якими стикаються люди, які були змушені покинути свої домівки внаслідок конфлікту на сході. Тренерами були Анастасія Станко, це громадське телебачення Київ, і Роман Бачкала, військовий кореспондент із Дніпра. Який висновок ми можемо зробити з того, що ми дізналися під час тренінгу? Там були присутні і журналісти, і громадські активісти, і внутрішні переміщені особи. Що ми дізналися, і навіть що ми підтвердили з того, що ми знали і раніше? На нашу думку, ключова проблема адаптація внутрішньо переміщених осіб до мирного життя – це страх починатися спочатку. Люди стикаються з проблемою пошуку життя, пошуку роботи, домівки, і також із тим, як сприймає суспільство їх. Деяким настільки складно, що вони повертаються назад, бо дуже часто такі випадки також трапляються. І попри усі жахи війни, які там є, вони відчувають, що там їхні домівки, а не на мирних територіях. На нашу думку, потрібно докласти усі зусиль для того, щоб наші співвітчизники із зони конфлікту знайшли у собі сили залишитися тут і продовжити нормальне мирне життя. Василь Жгун, це наш експерт з комерційної діяльності, має статус внутрішньопереміщеної особи і вже тривалий час живе у Полтаві. Ось він може трошки розказати про те, як сталося його життя і з якими труднощами стикається внутрішньопереміщена особа. Дякую. Ну, прежде всего, хочется поблагодарить Институт аналитики адвокации за проведение этого семинара, поскольку проблематика очень важна, ее нужно изучать, ее нужно исследовать. У нас война, в стране очень тяжелые времена, трагические времена, и сейчас крайне важно, чтобы общество объединялось, чтобы общество было вместе, поскольку вместе, только вместе мы можем пережить это все достойно. Здесь очень важно, чтобы СМИ, журналистика были объективными. Почему? Потому что в той или иной мере СМИ тоже частично формируют общественное мнение. И важно, чтобы это общественное мнение было объективным и было справедливым. К сожалению, если это какие-то публикации, то в большинстве случаев они имеют негативные заголовки. Если, допустим, кто-то нарушает правила дорожного движения или паркуется не в определенном месте, то это переселенцы. Если какая-то проблема возникла, то это все переселенцы. Это, соответственно, оказывает влияние на негативное мнение общества касательно переселенцев. Вот. Хочется отметить, что здесь журналистам важно понимать, что их роль здесь, может, не исключительно, но очень важна. Поскольку те переселенцы, которые переехали, которые являются внутренними переселенцами, им важно не только здесь адаптироваться и действовать, да, здесь работать. Им важно чувствовать, что общество их ценит. Знаю, например, очень много переселенцев, которые, несмотря на те сложности, с которыми они встречаются, они объединяются, они помогают друг другу, и не только себе, они помогают еще и полтавцам, которые являются льготным, которые относятся к льготной категории. Это говорит о том, что что переселенцам есть, что дать Полтаве, есть что дать обществу, поскольку переселилось очень много хороших квалифицированных специалистов. Важно только понимание, что они здесь важны, их здесь ценят. Но с чем сталкиваются переселенцы? Да? Благодаря этим негативным заголовкам переселенцы, например, тяжело найти жилье. Да, это испытал на себе, что если переселенец, значит, наверное, ты, не знаю, пьяница и так далее. Да? То есть найти жилье переселенцу это достаточно тяжело. То же самое касается и работы. То есть, если в резюме указано, что ты переселенец, или там ты Донецк, Луганск, то резюме тоже можно немножечко отдалить в общей стопке резюме. И так далее. Не буду о всех проблемах, они есть. И их решение, ну, это важно сейчас.
Посему изучение данной проблематики очень важно. И наличие этого семинара, который организовал Институт аналитики адвокации, это очень хорошая тенденция. Давайте вместе изучать, давайте вместе показывать, что СМИ, роль СМИ в данной ситуации очень важна, и их объективно сейчас играет исключительную роль. Спасибо. Разрешите вопрос? Да, пожалуйста. А, почему?